И всем здрасте, у меня новый подмастер, с вами снова я, Нейкер. И сегодня у нас будет обзор моды на Бен 10. Этот мод вышел недавно, поэтому давайте приступим. На самом деле я про Бен 10 ничего почти не знаю, потому что я им не увлекаюсь. Тут есть два предмета, то есть Биометрикс и Омметрикс. Биометрикс, он почти ничего не делает, то есть так делаю, даже приседаю и что-то еще пытаюсь делать, он не используется вообще. После этого я беру Омметрикс. Извините, если что-то я не сделал так с биометриксом. После этого активатор. Нажимаю один раз, и тут мы можем выбрать разных героев. Например, давайте найдем какого-то любого героя. Например, вот этот. Мы должны присесть, и он используется. То есть я стал вот таким. И обратно я могу также вернуться. То есть давайте еще раз. То есть это, ребята, у нас быстрый человек. Мы попытаемся стрелять, но стрелять тут, по-моему, нельзя. Или он не умеет. То есть я стал быстрым. То есть я уже быстрый, как Флэш, или как... как раз этот монстр. Потом дальше мы можем выбрать, например, вот это. То есть мы стали огненным. Но я не знаю, я что-то не могу стрелять огнем. Или мне не получается. Ну, не знаю, ребят. То есть вот так можно просто сказать об этом моде, то, что мы можем превращаться и использовать некоторые их способности. Ну, а с вами был Нейкер. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, а всем удачи и всем пока-пока.